Сегодня по проекту главы округа «Город ровных дорог» завершается укладка асфальта на самой проблемной городской магистрали – Радиозаводском шоссе. Напомним, капитальный ремонт дороги начался еще в прошлом году. Тогда был сделан участок от Энгельса до Орловской. Сейчас новый асфальт уложен от улицы Орловской до Меленковского шоссе. Объем дорожного строительства на Радиозаводском шоссе только в этом году составил почти 17 тысяч квадратных метров. После реконструкции новая дорога стала значительно шире, по сути превратившись в четырехполосную. Параллельно решался вопрос с парковочными и остановочными карманами, а также заездами и восстановлением ливневых колодцев. Кроме того, сотрудники муниципального предприятия «Горэлектросеть» провели на этом участке модернизацию уличного освещения, так что теперь РЗШ станет не только ровнее, но и светлее. В ближайшие дни администрация округа начнет укладку асфальта на улице Механизаторов. Помимо этого, ведутся подготовительные работы сразу на нескольких улицах в Якиманской Слободе.